раю тоже случаются войны. И раны от них заживают не скоро. Лолите 9 лет. Ее отец грузин. Он ушел из жизни, когда ей было меньше года. Ее мама русская. Лолита живет в Абхазии. Но как провести границы в детском сердце, если оно не делится на части? Лолите трудно понять, почему раны от войны так долго не заживают. У Лолиты есть мечта быть на сцене, стать известной и нужной людям. Ей так хочется видеть счастливыми маму и братьев, Мираба и маленького Кристиана. Три года назад мама Лолиты встретила человека. С его приходом, казалось, ее жизнь наладится, и у детей появится отец. Но когда на свет появился Кристиан, ее сердце обожгли слова: «Чужие дети никогда не станут своими». Тогда Лолита впервые ощутила, что такое предательство. Лолита верит, что мечты сбываются. Важно сделать первый шаг. Все началось с того, что мама увидела бегучую строку, и там было написано, что с 8 до 12 лет девочки принимают участие. Мы с мамой посмотрели на друг друга, и я сказала: «Мама, это нереально с нашим положением». Мама сказала: «Подожди, доченька». Я позвонила маминой подружке, она мне тоже была близко, меня понимала. Я сказала: «Тетя Рам, вот может быть это шанс, вы позвоните и спросите, что там надо». Для меня это было такое счастье, что она туда дозвонилась. И все туда поехали, тетя Рам, мама и я. Первый конкурс красоты проходил в России, в Сочи. И трудности стали возникать одна за другой. Граница, отсутствие подготовки. А главное, не было костюмов. Без них участие в конкурсе невозможно. Тогда возникла идея сшить вместо одного из платьев абхазский флаг, в котором Лолита выйдет на сцену. Когда мама шила абхазский флаг, там и кровь мамина, и слезы, каждую ниточку вдевать, это все прошивать, стразы делать. У нас были старые тапочки, там была мягкая подошва. Мама эту подошву так вырезала, и у нас вот был материал. Мама взяла и этот материал нашила на вот эту подошву. Все эти стразы туда приклеивала, ленты взяла. Такая обувь красивая. Я вообще поразилась, как она это сделала. Со старых тапочек она вот сделала туфли. За 2 дня, как конкурс начался, мама пошила мне полностью платье. Сначала я испугалась, когда впервые на этот конкурс пришла, когда мне впервые сделали замечание, сказала: «Мама, я не хочу
потом я поняла, что мне много раз будут замечания, что это хорошо, что мне делают замечания. Сначала думала, вот так просто пройтись по этому подиуму, показать себя, да и уйти за кулисы. Потом поняла, что вот ходите не один раз, ноги болят, и потом поняла, как это тяжело. Выход Лолиты на сцену сразу привлек к себе внимание. Девочка с грузинской фамилией, гордо неся на себе абхазский флаг, как бы говорила: «Хватит раздоров. Каждому сердцу нужен мир». Ей не хватало опыта, навыков. Но свет в ее глазах не оставил равнодушным никого. На своем первом конкурсе Лолите не удалось победить, хотя она и получила приз зрительских симпатий. Судьба не желала изменяться быстро и возвращала ее в прежний мир. До этого конкурса нам очень было тяжело. Мама нас троих одна воспитывала. Один раз вот перед Новым годом у нас не было денег, и вот мы так хотели кушать, что мы в 8 часов легли спать, чтобы нам никто не постучался. Мама плакала, мы ее успокаивали, что она не может нам дать, что мы хотим. Эту жизнь вообще нельзя описать, вдобавок ко всему без папы. Лучше не жить, чем вот так жить. Никто не верил, что мечта Лолиты может осуществиться. Ей говорили: у тебя ничего не получится. Нет никаких шансов. Тот мир не для тебя. Но Лолита не хотела покоряться. Ей помогала любимая книга «Маленький принц» Экзюпери. Главное — идти к своей мечте, нельзя останавливаться, нельзя сидеть сложа руки, надо идти, и эта мечта будет с тобою рядом, и все у тебя будет хорошо. Как в сказке «Маленький принц», он шел, он пить хотел, в пустыне нет воды, но он с целью шел, что скоро я найду эту воду, и я напьюсь ее. Вот так надо идти к своей мечте, и у тебя все-все получится, что ты хочешь. Даже если ты думаешь, что это нереально, надо только верить. Если ты будешь сидеть, это никогда не получится, я не буду даже пробовать. Так нельзя. Надо попробовать, и у тебя все получится. Бог для этого дает трудности, чтобы ты через них проходил. Грузино-абхазская война закончилась 12 лет назад, но ее эхо не затихает в душах до сих пор. В Абхазии нет семьи, которую бы она не обожгла. И только дети не понимают, что им делить между собой. У них одни игры, одно небо и одно солнце. Разговаривать с солнышком. Мне нравится солнце тем, что оно, вот оно горит, что оно прикасается к людям. Некоторые забывают поблагодарить солнце. Оно ведь всех любит.
каждый лучик его очень красивый, оно само всем дает свой свет. Солнце, оно трогательное, и я хочу, чтобы солнце хватило на всех людей. Сцена манила к себе, но было ясно, без серьезной подготовки результат невозможен. Эту подготовку Лолита могла получить только в России, в Сочи. И значит, каждую неделю ее ждали все трудности границы. Но желание изменить жизнь придавало силы.